Нелегкая эта работа – тащить из провала иномарку. В Кинешме в течение нескольких часов спасатели извлекали из образовавшегося в результате обрушения котлована легковой автомобиль. Машину удалось достать только краном. Эвакуатор с этой задачей не справился. Работы завершились только к 9 вечера. Зрелище собрало несколько сотен любопытных кинешемцев. Губернатор региона отметил, что если с расходами на восстановление дороги не справится бюджет Кинешмы, средства будут добавлены из резервного фонда правительства региона. Но беда не приходит одна. На Волжский город 14 августа обрушился ураган. Сильный ветер сорвал крышу зернохранилища и еще двух домов в поселке Первомайский. На автомобиль «Соболь» рухнул бетонный столб.